Здравствуйте! Поздравляю всех с Днем космонавтики. Знаете, конечно, 50 лет – это большой срок. Большой срок для жизни одного человека. С другой стороны, я только что, вот вручая государственные награды нашим выдающимся руководителям космической отрасли, нашим космонавтам, вообще всем, кто причастен к космосу, сказал о том, что это пока еще самое раннее детство человечества. Человечество, которое дерзнуло выйти в космос. Мы в этом смысле счастливая нация. Мы являемся наследниками тех блестящих достижений, которые были созданы нашими предшественниками и теми, кто сегодня сидит в этом зале. Наверное, у человечества почти нет таких консолидирующих идей, таких как освоение космоса, полет к звездам. И наше счастье, что ровно 50 лет назад наш соотечественник, первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил этот подвиг. И именно поэтому мы сегодня с вами собрались, и именно поэтому этот праздник сегодня отмечает вся наша страна, но не только страна, весь мир. В этом зале сидят наши гости, представляющие отряд космонавтов, а он уже сегодня большой, более 500 человек в космосе побывало, из других стран. Часть из них летала в космос вместе с нами, вместе с нашими экипажами. Я сегодня получил огромный положительный эмоциональный заряд, когда вручал ордена и медали и нашим блестящим ветеранам, и нашим иностранным друзьям. Понимаете, это на самом деле может быть одна из первых человеческих идей, которая, будучи, кстати, разработана нашими же соотечественниками, такими как Константин Циолковский, такими крупными учеными, нашими выдающимися конструкторами, такими как Сергей Королев, воплотилась в жизнь. И мне кажется, именно это должно сегодня побуждать нас к дальнейшим действиям. А эти действия очевидны. Россия не может и не имеет права потерять свои достижения в космосе. Потому что мы совершили очень многое. Мы смогли создать первый спутник, отправить первого космонавта в космос. Были масса других блестящих, великолепных достижений. И сегодня космос из просто прекрасной идеи превратился тот инструмент, при помощи которого человечество отрабатывает новые высокие технологии, создает новые лекарства, создает новые виды связи. Космос вошел в каждый дом. Он действительно из идеологической темы стал повседневностью в самом лучшем смысле этого слова. Но из-за этого космос не утратил своего романтического ореола. И именно сегодня мы должны вспомнить всех, кто покорял космическое пространство. Всех ветеранов, которые создавали наши блестящие достижения. Всех исследователей, ученых. Конечно, всех космонавтов, которые летали в космос. И сегодня мы должны вспомнить имя первого нашего космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, нашего национального героя. Поздравляю вас! Счастья вам! И я уверен, у России и у всего человечества будет еще очень много побед в космосе. До встречи!